В Москве новые температурные рекорды. В 6 утра на главной метеостанции на ВДНХ было без малого 3 градуса тепла. Предыдущий максимум для последнего дня января, по данным синоптиков, был установлен в 1961. При этом ночью в столице воздух прогрелся до отметки плюс 2,7, что является повторением рекорда того же года. Ночью столбики термометров опустятся до нуля, ожидается мокрый снег, на дорогах будет скользко.